На Партизанском проспекте 22 завершается строительство подпорной стены. Ее протяженность составляет 88 метров, а высота варьируется от 2,7 до 4,8 метра. Ранее здесь стояла подпорка в аварийном состоянии, которая была небезопасна для жильцов дома. В рамках данного муниципального контракта, помимо ремонта непосредственно стены и укрепления существующих подпорных стен, будет отремонтирована лестница, которая тоже находилась в аварийном состоянии. На объекте уже возвели все монолитные бетонные конструкции, а сейчас идут работы по строительству рядом расположенной лестницы. Впереди установка леерного ограждения и водосточной системы. Начало работ было с 1 марта по 15 июля. То есть, соответственно, там непредвиденные обстоятельства в связи с дождями. То есть было осыпание грунта, да. То есть, планируем на следующей неделе уже объект под сдачу. Также в этом году по заказу администрации города проводится ремонт подпорной стены напротив проходной ТАВМУ на улице Днепровской. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.